Тема урока – Новый Завет Булгакова. Одиннадцатиклассники обсуждают бессмертное произведение классика «Мастер и Маргарита». Анализ строится на обсуждении и диалоге. Именно так рождается истина. Доказательства ребята ищут в книгах или гаджетах. Пользоваться ими не запрещается. Со своим молодым учителем Владиславом Александровичем школьники говорят об архетипах и символах. Выпускникам такой подход преподавателя нравится. Мы очень свободно себя чувствуем с ним на уроках. Можем вот говорить. Сейчас открытый урок был, поэтому мы немного сдержанно себя вели, но обычно у нас прям разговор, как диалог такой, идет прямой. В моей предыдущей школе, как раз-таки, были такие уроки, которые просто мы слушали монолог, просто учили правила, зубрили и все. А здесь как бы мы учим правила, но тем не менее мы их и применяем сразу на практике, и опять-таки это все идет через интерактив какой-то. Поэтому, конечно же, это интереснее, когда ты с преподавателем и чувствуешь себя более свободно. Владислав Комышев не планировал быть педагогом. Хотел заниматься редакторской деятельностью. Искал сильный филологический факультет и поступил на бюджетное отделение в Московский областной государственный университет, бывший пединститут имени Крупской. Только после прохождения обязательной педагогической практики, оказавшись по другую сторону учебного процесса в роли учителя, он понял, что такая работа ему нравится. Окончив бакалавриат, пришел в Одинцовскую гимназию номер 11, где и работает теперь уже почти 4 года. Работа такая, что ею живешь. То есть, получается, она занимает свободное время все, она ходит с тобой домой. Вот, она не такая работа, которая на работе остается, она дома живет. Вот. Ну и как-то получается, что все равно нравится вроде, и пытаешься хорошо делать работу, и поэтому как-то весь в ней, а на что-то еще просто не хочется распыляться. Потому что тот же конкурс показал, например, что очень тяжело на два фронта работать. Если делать это хорошо, а плохо делать я не люблю. Участвовать в конкурсе Владислав не стремился, но от предложения не отказался и не жалеет об этом. Признается, что участие дало множество приятных эмоций, колоссальный опыт, возможность проявить свою эрудицию и пообщаться с интересными людьми. Владислав не боится сказать ребятам, что чего-то не знает. К следующему уроку он обязательно найдет ответ. Этому же молодой педагог хочет научить и ребят думать, самостоятельно искать и находить нужную информацию. С каждым годом убеждаюсь, что, наверное, мое. Ну, не уверен до конца еще, может быть, все-таки как-то где-то поиски себя еще не закончились прям окончательно. Вот, но скорее нравится, чем мне нравится, скорее получается, чем не получается, наверное. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».